Сменили китель на праздничную форму, но все равно при погонах. Сегодня полицейские Азат Абушаев и Вера Емельянова не на страже правопорядка, а ответственные за детские улыбки и смех. Я сам из многодетной семьи, я всегда любил детей, вот. Поэтому я люблю дарить радость детям, праздничное настроение. В тандеме полицейские Дед Мороз и Снегурочка работают уже 2 года. За это время поздравили десятки детей из малообеспеченных и неблагополучных семей. А вот и очередная семья. Здесь живут 7 ребят. Их родители лишены родительских прав. Воспитанием занимается бабушка. Много счастья принесет взрослым всяких радостей, детям разных сладостей. Стихи прочитали, подарки получили. Каждый праздничный набор силами полицейских республики собран с особой любовью. Оттого и радости дети скрыть не могут. Я сама учила это стихотворение. Ты даже не знаешь, что тебе подарят, и ты получаешь это, и типа такое, неожиданность. Если счастливы дети, то и взрослые довольны. Это большое счастье, когда внуки здоровые, красивые и ждут этот праздник. И их приходят, поздравляют, постоянно поздравляют. Детей каждый праздник поздравляют. И такая благотворительная акция продлится в республике до января. За 2 недели Деды Морозы и Снегурочки в погонах поздравят сотни нуждающихся во внимании детей. Алина Бережная, Азат Самигуллин, ТНВ, Казань.